Ну, Кадони настоящий друг. Он хоть и подразнил, но все равно он довез до меня. Это я уже пробую. Мне так вкусно, что я по половиночке кусаю, чтобы растянуть удовольствие. Влад! Ну, спасибо тебе! Ой, слушай, я с тебя неплохая нянька. Вань, вкусный хоть арбуз тебе Кадони дал? Никогда не дал. Это Наташа на арбуз. Когда не достал, за доставку. Вкусный. Ребят, ну поскольку я все это люблю, всякие эти кондитерские, в эту кондитерскую, которая находится в Питере, очень хотела попасть. Влад привез мне конфеты. Тут двухслойная начинка. Пока что мне очень нравится. Блин, не фокусируется. Поверьте, это я вот, видите, остановиться не могу. Подними ножку. Теперь ставь. Влад, ну как же это мило, а? Чё мило? Гав-гав. Да, тебе Влад обувает, да? Гав-гав. Ну, я не знаю, что это. Слушай, да. Ну тебе тоже надо мелкого такого. Подожди, а куда ты собрался? А мы? Всех жди. А будем все, пойдем, правильно? Ой, ну вообще. Влад, тебе так к лицу. Сейчас говорю, что потом не было слов. Это не мой ребенок. Да это мой крестник. Ну, мало ли. Крестник мой. Вань, тебе нравится гулять с Владом? Да. Оказалось, что ты очень даже приятный человек. Видишь, как тебя дети любят. Смотрите, как Влад похудел. Я увидела, обалдела. Уже скоро не останется тебя. Вот знаешь, ты к столбу подойдешь, и непонятно, где Влад, где столб. Останется. Такие, как я, знаешь, это... на войну переживу. Давай машинка и давай ко мне поближе. А, поймал. Почти удалось от него свалить. Ладно. Кто такой хороший? Кто такой хороший? Кто такой хороший? А? А? Мордаха такая.